И снова здравствуйте, мои дорогие друзья и случайные гости моего канала. Сегодня у нас немножко необычное видео, непривычное для моего канала. Мне хотелось всегда попробовать написать картину в технику жидкий акрил. И тут как бы представился повод у моей заловки. Был юбилей. Предстоял тогда еще юбилей, и она очень хотела себе картину, абстрактную такую. Думаю, ну почему же не попробовать? Вот повод, чтобы попробовать. И вот, как я попробовала, не все, конечно, сразу пошло гладко. Я нарисовала несколько картин, чтобы как бы потренироваться. И что из этого получилось, увидите в этом видео. Большая из этих картин ушла в подарок. Юбилярша осталась довольна. А мы там заканчиваем наше видео. Всем здоровья, мира, добра
и всего самого наилучшего. И увидимся на нашем канале. Пока-пока!